Хорошо идут дела в Боровическом колхозе «Россия». Колхоз строится, растет. Главный источник доходов здесь – колхозное животноводство. Сделать эту отрасль хозяйства рентабельной помог поточный метод интенсивного откорма молодняка. В чем его сущность? Сперва телят подкармливают коровьим молоком. Ставят на подсос, как говорят животноводы. Через два месяца главный зоотехник, депутат Верховного Совета СССР Мария Батурова вместе со своими помощницами, телятницами Верой Самаровой и Анастасией Орловой отбирает молодняк для дальнейшего откорма. Телята переходят в ведение Павла Иванова. Это как раз он и косит зеленку для своих питомцев. За 8-9 месяцев телята прибавляют в весе до 240-250 килограммов. Мясо обходится колхозу вдвое дешевле, чем при обычном способе откорма.